Селезнёв Артём, и это мой подкаст «Любители мяса». Наливайте чай, берите печенье или еще какие-то вкусняшки, мы начинаем. Наверное, у каждого есть знакомые, которые говорят: «Мужик должен есть мясо», либо же «Человек должен есть мясо». Либо вообще говорят: я люблю мясо, и поэтому я ем мясо. Но сами эти люди едят не мясо, а покупают почему-то сосиски и колбасу. Причем дешевую колбасу, неважно. Главное, чтобы это была колбаса либо сосиски. Таким образом они считают, что они едят мясо. Или они себя в этом убеждают, не знаю. Но меня это всегда забавляло, мне всегда это смешно было. Я должен есть мясо и есть сосиску. Как-то я интересовался очень усиленно биогазовым реактором и хотел его даже построить. В биогазовом реакторе бактерии перерабатывают все, что туда не брось, практически. Это может быть навоз, то есть продукты жизнедеятельности людей и животных. Это может быть трава, растения. Это могут быть остатки пищи. Разные бактерии работают с разными продуктами жизнедеятельности, отходами, с веществами, с растениями и так далее. В разных температурах и выдают разный газ. От кислорода и до азота. Метан, сероводород, даже просто водород, азот. Сами эти бактерии, они же ведь никуда не деваются. Они перерабатывают все. Они даже глисты перерабатывают. Просто их съедают. Но сами эти бактерии, это получается белок, как маленькие животные. Так вот, я наткнулся на предложение одного предприятия, которое эти бактерии продает. Продает, как называют, заготовку для производства колбасы, сосисок и что-то там еще. То есть белок биологического происхождения. Еще вчера эта бактерия жрала какашку, сегодня это уже качественный белок, который добавляется в колбасу. Ну, это пускай тот же белок, но, конечно же, не животного происхождения. И он питательный, да. Это лучше, чем кишки, кожа, перемолотые остатки чего-то еще. Может, жилы какие-то. То, что не употребляется обычно в пищу, но также является белком. Усваивается организмом, пускай не очень качественно, не очень хорошо. Но, тем не менее, это тоже все продукты. Конечно, может, бактерия будет лучше в этом случае. Так почему-то эти люди, которые едят колбасу, едят сосиски, они знают про это, они догадываются, они где-то слышали, они где-то читали, они где-то видели передачи, но все равно продолжают есть. Говорят, она такая вкусная. Я знаю, что она вредная, но она такая вкусная. А этот способ, когда селитру добавляют к мясу или колбасе, чтобы она была красной, это уже знают. Знают про красители, про ароматизаторы. Какое-нибудь мясо со специями очень хорошо маскирует несвежесть этого мяса. Тоже все знают, но все равно покупают то, что дешевле. Я не вегетарианец. Нет, я вам не хочу сказать, что нужно быть вегетарианцем, и я за это ни в коем случае не агитирую. Ну, просто такие вот смешные штуки попадаются. Много из этих людей пьют кофе, также дешевый, в пластиковых стаканчиках, с автомата, самый дешевый. А у вас есть такие знакомые? Или, может, есть подобные фишечки у ваших знакомых? Напишите в комментариях, поделитесь, интересно почитать.